Всем здравствуйте. Пригнали 2112. Нету зарядки. Генератор снят. Тут все довольно-таки просто. Натяжитель снять. И два болта на генераторе. Ну и плюс снимается только вниз. То есть засчитан. Отодвинул просто и вниз скинули. Так, разбираем. Ну-ка покажи подшипники для начала. На машине вообще жутко пищит. Но здесь и так слышно. Это в первую очередь. Во-вторых, сейчас разбираем, что тут зарядка-то пропала, почему. Такая выработка на контактных кольцах. Ну и у нас подозрение, что регулятор сдох, да и все. Ну, можно, конечно, проверить. Разобрали генератор. Показывалось, что выработка большая. В магазинах нигде не продается. Хозяин говорит, ну ставьте как есть, покатается еще. Ну что ж, покатается. Подшипники. Один, второй. Так, один. Короче, не вытащил. И регулятор взял. Соответственно, сейчас все подкидываем, проверяем. Так, все, собираем. Кольца полирнули, но медь еще есть. Думаю, походит еще. Сейчас будем ставить, проверять. Все, генератор собранный. Стоит на месте, натянутый. Зарядка. Краски 9. И то с отключенным светом. То есть прям хороший регулятор. Обычно у них 13,6, 13,7. А тут прям довольно-таки неплохо. Ну что, осталось сюда собрать и готово. Собрали. Сюда собрали на 12-ке. Попросили еще свет посмотреть, что не работает. Ну, вот так вот выглядит здесь. На фаре уже не буду показывать, там тоже все подгорело. И это, я, по-моему, говорил еще до этого она была. И теперь результат, что выгорело вот так. Надо говорить, точнее, делать, когда говорят вовремя. Говорю, тогда надо поменять разъем на фаре. Не, работает же. Ну вот, доработалось. Все выгорело. Теперь либо колхоз, либо менять блок. Я предпочел бы поменять блок. По десятке еще привезли блок. Вот он старый, который говорил, погорящего. Вот так в теньке видно, вот он. Привезли новый, поставил, заработало. Ну, в этот раз хозяйка послушалась, все-таки пошла искать разъем. У меня его, конечно, нет. Если найдет, сейчас еще разъем этот подгоревший поменяем, и все точно будет работать нормально. Так, двенашка уехала, вот привезли новую вот такую вот. И теперь свой отрезать, потому что не смог дальний притянуть на месте. Ну что, скрутил все на термоусадку, все нормально. То есть у меня сейчас еще... Это от дальней осталось. Даль там не сгорела, там все целое. Вот она, как тут сгоревшаяся. Вплавилась. Это от ближнего. Ну, и я уже показывал. То есть вот это все поменено. Теперь ближний свет есть. Все.